Господи, дорогие друзья, как я устал от этого проекта. Эти бесконечные подборы соперников. Я уже сижу минут 5, жду, пока подберется просто несколько игроков. Я один из 10. Один дебил из 10, который сидит, ждет сейчас, когда мне подберется еще какой-то напарник. О, соперник, еще один подобрался. Вот так вот сидишь по минут 10, ждешь, пока подберется катка. После этой катки ты просто сливаешь сразу минус 12. Ну, как повезет, конечно. Если ты будешь пыжиться, стараться, тебе фартанет, и ты займешь третье место, ты получишь всего лишь 3 кубка. Займешь четвертое. Ой, второе, получишь 4. Займешь первое, получишь 5. Но не дай бог, ты проиграешь, ты получишь минус 12, минус 9, минус 6. И чтобы обратно эти кубки вернуть, тебе надо сыграть 3-4 катки. А эти 4 катки по 10 минут, 40 минут тебе надо, чтобы отыграть одно поражение. Где набраться столько терпения и столько нервов? Я уже 5-й день пытаюсь поднять 1100. 5-й, мать его, день. Дорогие мои подписчики, что мне делать? Поехали в бой. Этот видос закончится после первого поражения. Я буду играть, пока не проиграю. Это невозможно. Вытерпеть невозможно. Я не могу взять 1100 даже, не говоря уже о 1250. Да, до конца сезона еще есть время. Еще можно попытаться. Да я и буду пытаться, я не говорю, что я не буду пытаться. Ну как? Как, просто скажите, как? Я не знаю, ну, даже если идеально играть, все равно, блин, есть вероятность, что можешь слиться. Просто я не понимаю. Тебя могут просто закрысить. Вот сейчас мне повезло. Карл, не вздумай меня закрысить. Будет бобо. Давай, Шелли, забираем. Давай. Ну, накидывай, у тебя будет. Так. Есть. Забираю все в наглую, бесит. Друзья, я уже не знаю, какой стрим подряд пытаюсь поднять 1100 кубков. У меня пока ничего не получается. Я вас очень прошу, прожмите лайк, если вы еще не прожали. Сделайте подписочку на канал, сделайте кнопочку красно-серой, и я буду счастлив, дорогие друзья. Я буду реально счастлив. Скажите, пожалуйста, если вдруг я не апну. Ну вы же не расстроитесь, да? Я пытался. Вот это же не то, что... Да, я такой... А, блин, не получается, да пошло оно. Нет, я до последнего буду, до конца сезона пытаться. Но что получится, я пока не знаю. Поэтому будьте добры, поддержите меня, если вам не трудно. Есть. Че, добивать его уже буду, наверное, да? Пора с ним заканчивать. Так, до свидания. Так. Слушайте, ну это катка топ-1, скорее всего. Прям, ну все, прекрасно. Получается. Так. Опа. Я вообще сейчас не переживаю. Тимился с этим парнем, не тимился. Мне абсолютно пофиг, честное слово. После всех слитых... Да даже не кубков, нервов моих. Я уже все. Тут есть кто-то, да? Ай, блин, какой же я додик. Хотя, смотрите, я его выиграл. И это хорошо. Так. Оп. Что там? Оп. Ой, друзья, это топ-1. Просто бальзам на душу. Ну, вы посмотрите на мои кубки. Это плюс 6. Такое отступление. И 2020. Всю ночь пытались мы поднять обратно кубки. На стриме вчера. И ДДНЛ брал Карла. И ДДНЛ брал Мистера Пи. И ДДНЛ брал Ворона. И Биа. И что он только не брал. Что мы только не делали. На этой карте не получается. Сегодня будет новая карта, я вас жду всех на стриме. Я пошел играть снова, просто посмотрите, какой долгий подбор. Вот сейчас один из 10, вот просто прочувствуйте. Сколько пройдет, что добавится всего лишь один игрок. Друзья, это понимаете? Вот это все. Это я еще выиграл катку. Плюс 6. Извините, я вначале сказал за первое место
плюс 5, плюс 6. За второе место плюс 5, я так понимаю. Просто я с дуо перепутал. Но это не имеет значения. О, второй. Но за последний... Короче, если ты сдохнешь первым, а такое часто очень бывает, тем более с коктейлем, тебе дают минус 12. Чтобы вернуть тебе эти 12 кубков, 2 катки топ-1, это надо прям максимально стараться. Я не знаю, ну, не всегда получается, даже если стараешься. Я стараюсь всегда. И эти 2 катки, даже если с учетом топ-1, минут 20 только на подбор, и катка по минут 5. Итого 30 минут с учетом, что ты будешь играть топ-1. А представьте, если третье место, четвертое место занимать. На это уходит больше часа. Всего лишь одну катку, если проигрываешь, около часа ты эту катку отрабатываешь. Я ваше время, конечно же, ценю, поэтому пойду тратить свое, а вы уже увидите, когда начнется катка. Этот видос будет длиться до того момента, пока не проиграю. То есть следующая катка. Поддержите, я вас люблю. Ура! Подбор. Поехали! Я правда, ребят, ценю вашу поддержку, ценю вашу веру в меня. Честно, на стримах я удивлен, очень много народу онлайна приходит, чтобы поддержать меня. И, блин, это приятно. Приятно, хоть я и сливаю, вы все равно сидите, смотрите, поддерживаете. Я ценю это, спасибо, искренне рад, что вы у меня такие, реально. Спасибо, ребят, огромное. Даже если не получается у меня, вы все равно со мной. Так... Ну вот сейчас, как, кстати, я рискую, да? То есть, как бы, нормально бы человек ушел, потому что, ну, как бы, с коктейлем Шелли на секундочку, очнись! Но нет, Холди, конечно же, переиграл, поэтому будет пытаться... Я не знаю, когда случится тот день, когда я апну... Понимаете, я сейчас полностью все время трачу на бита, абсолютно. Все время трачу на бита. Я сдох. Ты потратил мою жизнь. Ты потратил мое время. Драгоценное. Тут Шелли, да? Ну, этот бит, он... Ой, Карл до поры до времени со мной. Ну что, месть настала? Ты что такое творишь? Ты откуда вообще вылез, дядя? Ты кто такой? Давай, иди до свидания. Иди до свидания. Блин, ну я зря на Карла бычку врубил. Так. Так. Так, ну этот бит не знает, что у меня нет второй жизни. Он не будет рисковать меня крысить. Наверное, я так считаю. Я так хочу. Блин, Шелли мешает. А Шелли знает, что у меня второй жизни нет. Я неправильно поставил. Блин, это Шелли убил! Да, я знаю, я знаю. Я тупанул. Надо было Шелли добивать, а я автоатакой выстрелил Карла. Да, да, я знаю. Ну, я не оправдываюсь. Я просто знаю. Прошло где-то минут 15. Ой. Я извиняюсь, извиняюсь. Минут 5. Минут 5 где-то прошло. Когда вот 6 бойцов было. Аллилуйя, аллилуйя. Добавляются, добавляются. Ой, боже, я вот серьезно... Подобрался. Подобрались! Поехали. Я говорил, что до поражения, но... Пацаны, сразу настраивайтесь, я сейчас буду крысить. Я сейчас буду крысить. Я выжил. Я знаю, что я туплю, я знаю, да у меня просто сил нет. Просто нет сил. Воу. Воу. Фух. Ах!